Всем привет! В этом видео вы увидите 10 товаров для настоящих мужчин с сайта AliExpress, которые вы оцените. Все ссылки в описании. Если вы досмотрите это видео от начала до конца, то сможете принять участие в конкурсе, условия которого вы узнаете в конце ролика. Поехали! Нож-зажим для денег. Интересная комбинация складного ножа и зажима для денег – это необычные и оригинальные сочетания. Таких, казалось бы, несовместимых вещей содержат в себе массу достоинств. Отличные качества стали ножа, удобная форма, компактное и надежное использование, эргономичность и стильный дизайн. Также вам не стоит беспокоиться о том, что ваши купюры могут быть повреждены. Открытие-закрытие лезвия полностью исключает их повреждения. Все это не оставит равнодушным ни одного мужчину. Лезвия из данного материала хорошо держат заточку и не боятся случайных ударов. Приобрести нож-зажим можно за 300 рублей. Современная тактическая ручка. Представляет собой пишущий инструмент, также предназначенный для использования в качестве средства самообороны, не требующий разрешения, применить который сможет каждый. Им можно бить стекла, забивать ее молотком в стену и эффективно противостоять непрошенным гостям. Всегда при себе, так как не вызывает вопросов у представителей полиции или охранников в общественных местах. С ней легко можно пройти в клуб, кинотеатр и в любой транспорт. Повышает ваши шансы выжить и победить в экстремальных ситуациях. Ее практически нереально сломать. Она прочна и устойчива к нагрузкам и повышенным температурам. Срок ее службы не ограничен. Тактическая ручка может стать стильным аксессуаром или подарком, который оценит любой мужчина. Цена 170 рублей. Противоударные часы. Это идеальный выбор современного человека, который ценит свое время и не хочет за него переплачивать. Данный аксессуар предназначен в первую очередь для людей, ведущих активный образ жизни. Пригодятся как на тренировках, спортивных состязаниях, походах, так и будут незаменимыми они в повседневной жизни. Основные функции – это показывать время, отчитывать секунды, также есть будильник, подсветка и календарь. На дисплее отображается число и день недели. Спортивные часы часто попадают под дождь или воду, но в нашем случае нечего бояться, так как часы воды не боятся. Можете купаться в них и даже нырять. Корпус камуфлированный, выполнен в нескольких цветовых вариантах. Стильные часы помогут выделиться из толпы и подчеркнуть свою индивидуальность. Цена 500 рублей. Набор для бритья и стрижки. Многофункциональный комплексный набор для стрижки волос и бороды. 6 в одном. Имеет турборежим и 6 сменных головок, которые легко удалят волосы в носу, ушах и других чувствительных зонах. Набор легко чистить и мыть после использования. Идеально подходит для стрижки бороды, усов, висков и задней части шеи. Отличный подарок для современного мужчины, который следит за своей внешностью и любит во всем аккуратность и организованность. Каждая из имеющихся 6 насадок в наборе имеет свое строгое назначение. Благодаря этому комплекту мужчина может поддерживать в идеальном состоянии свои усы и бороду, регулировать длину состригаемых волос, а также деликатно избавляться от лишних волос в носу и ушах. Приобрести набор можно за 1100 рублей. Дозатор для бутылок. Отлично подходит как для разлива ликера в вашем персональном баре, так и для разлива масла или соков на вашей кухне. С их помощью напитки разливаются равномерно, точно и аккуратно. Барный инвентарь имеет основание, размеры которого соответствуют диаметру горлышка бутылки, а также носик, от ширины которого зависит толщина струи. Как вы уже догадались, одним гейзером дело не обойдется. Сколько бутылок в работе, столько должно быть дозаторов. Дозаторы на бутылке снабжены специальным отверстием и тонкой трубкой, что обеспечивает равномерную подачу воздуха в бутылку при наливании жидкости. Изготовлен дозатор из высококачественного пластика и нержавеющей стали, на которую наносится специальное пищевое покрытие, безопасное для здоровья. Цена 30 рублей. Расческа для бороды. Плохо растет щетина или просто лень ходить по барбершоперам? Необходимо срочно обновить линии щек перед собеседованием или подровнять длину? Не вопрос, с такой расческой вам доступен самостоятельный уход за бородой любого уровня сложности. Эта расческа из прочного упругого пластика нестандартного размера, предназначенная для профессиональной стрижки и формирования бороды. Расческа идеально подходит для формирования точных линий на уровне щек и шеи, а также для создания усов и бороды разных форм. Карандашных усов, эспаньолки, круглой бороды. Придайте индивидуальность вашему образу всего за считанные минуты при помощи этой расчески. Купить ее можно всего за 50 рублей. Карманная бритва.
Эта аккумуляторная электробритва имеет очень компактную, оснащенную кожаным чехлом конструкцию и идеально подойдет для командировок и путешествий. Один из самых ярких образцов, не выходящего из моды стиля и заслуживающего доверия качества. Подобный выбор особенно подчеркивает приверженность комфорту по разумной цене, а также ваш безупречный вкус во всем. Размер и вес, как у современного мобильного телефона. Элегантное исполнение, подарочная упаковка. В комплекте запасные ножи и сетки. С обратной стороны зеркало. С помощью встроенного триммера можно сделать четкую линию висков, подровнять усы или удалить волосы в ушах и в носу. Приобрести бритву можно за 500 рублей. Фонарик с дальностью света 100 метров. Маленький светодиодный фонарик с фокусируемой линзой весом всего 65 грамм. Может использоваться как в повседневной жизни, так и на отдыхе, на природе, охоте и рыбалке. Хороший, прочный и мощный фонарь, который и светит долго, и не сломается от случайного падения, с которым и под водой не пропадешь. Регулировка масштаба и фокусировка светового луча происходит за счет выдвижения головной части фонаря. Корпус изготовлен из алюминия, что повышает его прочность и защищенность от ударов, а поверхность фонарика состоит из антискользящего покрытия, что может избежать случайных падений фонаря. Также есть клипса для крепления к одежде, к рюкзаку и резиновым кольцам на резьбе для защиты от пыли и влаги. Приобрести фонарь можно всего за 120 рублей. Книга сейф. На вид это обычная книга, но не все так просто. Это мини-сейф. Считаю, что у каждого мужчины должна быть такая штука, чтобы он мог всегда спрятать какие-то вещи или деньги, например, от жены или от тещи. Книжка закрывается на кодовый замок, так что если кто-то и обнаружит секрет, открыть его без согласия владельца все равно не получится. Также этот сейф отвечает всем нормам безопасности. Сделан из металла и оснащен замком с двумя ключами. Сейф достаточно вместительный, а его размеры позволяют хранить в нем не только наличность и ценности, но и документы. Оригинальный и удобный, можно использовать как тайник, незаметен среди других предметов на полке. Прекрасный подарок любителям почитать и посчитать. Цена книги 700 рублей. И последним аксессуаром у нас сегодня будет кистевой эспандер. Каждому человеку полезно заниматься физическими упражнениями, и если нет возможности посещать тренажерный зал, можно заняться упражнениями прямо дома или в дороге. Чтобы укрепить кисти рук и выглядеть сильнее и уверенней, следует использовать кистевой эспандер. Он представляет собой небольшое устройство, которое свободно помещается в руку и призвано помочь в тренировке мышц предплечья, которые отвечают за работу пальцев кисти и плеча, а также полезен для профилактики и лечения болезней суставов. Данное изделие легко поместится в кармане вашего пальто или пиджака, и для работы с ним не нужны ни магнезия, ни перчатки. Приобрести можно за 700 рублей. А вот и ваш любимый конкурс. Приз – крутой карманный фонарик. Для того, чтобы принять участие, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, каким видом спорта вы занимаетесь или хотите заняться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!